А, пошли в мази. Это бак для паровой машины. Он стоит 30 эры. 30. А у нас каждая монетка это 5. 36 монеток, купим бак и сыграем крайнюю мелодию. Так, все правильно. Понятно. Еще что-нибудь? Нет, потом я у вас куплю все, что у вас есть. Пока, дружочек, заходи к нам еще. Это моя любимая паровая машина. Это моя паровая машина. Она работает, когда в ней закипает вода. Только осторожно. Папа говорит, что если машина перегреется, она может взорваться. Топка! Пак! Колесо. Труба. Поршень. Термометр. Манометр. Труба для подачи пара. Свисток. Свисток. Предохранительный клапан. Крышка. Паровая машина к работе готова. Паровой орган – удивительное приспособление. На нем можно сыграть мелодии, которые ты сочинишь. Выбери перфокарту. Стоп! Положи топливо в топку. Добавь топливо. Папа говорит, что 2-3 брикетов вполне достаточно. Температура растет. О, колесо завертелось! Теперь скажет папа. Не, подождите. Представляю, как он расстроится. Что скажет папа? Да ничего не скажет. Сейчас купим. Еще это бак. Раз. Он стоит 30 эры. Нате. 6 штук. В тютельку. Спасибо. Пожалуйста. Это моя любимая паровая машина. Это моя паровая. Ничего не получится. Сначала надо собрать машину. Топка. Топка. Пак. Труба. Колесо, поршень, труба для подачи пара, манометр,
термометр, свисток, предохранительный клапан, крышка. Паровая машина к работе готова. Стоп! Положи топливо в топку. Добавь топливо. Папа говорит, что 2-3 брикетов паровой орган – удивительное приспособление. На нем можно сыграть мелодии, которые ты сочинишь. Температура растет. Ух ты! Смотри, колесо крутится. Ой, как же здорово играть в паровую машину! Так, с собачкой мы поиграем. Во что потом... сыграем? Ну, во что? Вы еще не видели... Хей-оу! Здесь без меня не обойтись. Да вот уж. Поехали. Держись, малыш! Ну что, осталось вот вам... Вот это игра! А теперь чем займемся? Вот. Так, посмотрим, чем? Получится ли у нас сладобье. Давай скорее, я совсем плох. Ну что, как там мое сладобье? Карлсон, потерпи, сейчас я все сделаю. Лучший в мире друг кошек. Какао. Какао. Одно малиновое печенье. Малиновое печенье. Две сиреневые постилки. Сиреневая постилка. Два. Один батончик. Батончик. Три марципана. Марципан. Два. Три. Вот это я понимаю. Прекрасно у тебя получилось. Ну что, как я тебе? Лучше в мире ведьмилище это я. Ух ты! Будем снова искать пропавших кошек. Теперь надо вернуть кошек хозяйкам. Отлично, одну мы пристроим.
Представляю, как радуются хозяйки, когда получают своих любимых кошек.